Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дар Риди, и мы играем в приложение ВКонтакте. Сегодня поиграем в игрушку Tone Wars. Это новое приложение ВКонтакте. Что ж, давайте посмотрим. Это танчики, как я понимаю, вот, мультяшные танчики такие, в которые мы сейчас с вами и поиграем. Посмотрим, так сказать, эту игру. Если нам понравится, мы обязательно будем играть в нее. Так, ну что ж, поворот башни, это В и Е. Управление VSAD, Shift, значит, приближение, пробел, выстрел, и для левой стороны. Так, понятно. А, мой логин. Давайте введем свой логин. Почему-то мне кажется, что игрушка завоюет популярность. Мне кажется, она себя еще проявит. А вот мой танк первый. Прикольный. Мне нравится все такое мультяшное и милое. Ежедневный двойной опыт на данном танке. Прикольно. А, так, это моя, видимо, энергия, бензин. 20 золота, у меня 5000 серебра. Мой гараж. Ух ты, Т-34 есть. Ну, его 20 тысяч стоит, чтобы его купить. Ух ты, а этот танк стоит 20 слитков. У меня как раз есть 20 слитков. А, вот характеристики. Броня 315, атака 60, скорость 62, темп огня 14,4. А Т-34 намного покруче будет. Даже очень сильно. Ну-ка, а МЕ... М4, Е8. Ну вот по броне он лучше, по атаке... По атаке, вау, по атаке круто он, крутой. Жесть. Дальше все лучше и лучше идут, конечно же. Ну, пока не так много танков, но я думаю, в дальнейшем танки будут более... Ну, будет больше танков, и они будут более как-то красивее сделаны. Так, ну давайте уже, хватит болтать. Тут, кстати, есть группа ВКонтакте, форум, версия под Android, даже есть. Скоро для iOS, скоро для Windows Pion. Извините, я просто не так читал маленько. Ладно. Отстал от жизни совсем. Так, нам надо найти, как уже сражаться. Это настройки. Игровые настройки. Давайте сделаем музыку потише. Так, конечно, графика у нас будет высокая. Арсенал, есть камуфляж, рисунок, битва. Давайте зайдем в арсенал. А тут я могу свой танк усовершенствовать как-нибудь. Можно орудие купить, можно заряды взять какие-нибудь. Бронюшку купить, мотор, шасси. Ну и все, конечно, это будет стоить денег. Пока что мы покатаемся на этом танке. Камуфляж. Прикольно купить на 2 единицы. Так, плюс 40 к атаке, плюс 15 к перезарядке. Такой вот камуфляж. Каждый камуфляж определенную преимущество дает. Ну, камуфляж мы потом выберем. Пока что я предлагаю уже в бой вступить. Так, есть рисунок какой-то. Тоже рисунки тоже дают какой-то навык нам. Пока не все доступно. Допустим, вот морковка. 20% скорость. Купить на 6 часов. А, это все на время покупается. На 2 дня, допустим. 40 броне и 20 к скорости. Так, ладно. Все это понятно. Давайте уже начнем битву. Так, проедь 2000 метров. И... А, определенные бонусы нам будут давать за выполнение заданий. Квест, допустим, за 2000 метров, когда я проеду, мне дадут 2 слитка. Соберите 2 топливных ящиков, 2 слитка. Собери 4 ускорителя перезарядки, мне дадут 4 слитка. 3 квеста, если я выполню 3 квеста, мне дадут дополнительно 10 слитков. Давайте попробуем это сделать. Так, ну что ж, первый у нас будет ферма. Итак, подключение к серверу. Так, а вот, собственно говоря, я.
Я убью кого-нибудь уже, нет? Ну, давайте. Да, одного мы завалили. А где, кстати, метров сколько я проеду? А, вот. Скоро я проеду 2000 метров. Я думаю, первое задание будет нам легко выполнить. Причем задание, я так понимаю, нужно по очереди выполнять. 2000 метров это фигня. Самое главное кататься. Так, давайте поищем какие-нибудь, не знаю, ускорители, бонусы. Тут еще вот такой вот крестик будет, значит, нужно стрелять. Ну, такая подсказка. Довольно-таки милая игрушка. Кстати, почему он меня не видит? Ну, почему он не видит, что я сзади? Я же его сейчас убью. Кстати, мне же надо ехать, я забываю. Так, главное не перевернуться. Вот он, вот он. Ура, еще одного добил. Давайте бочки соберем. Это аптека, я так понимаю. Окей. А это усиление. Увеличение урона. Так, сейчас мы попробуем его. А, мы двумя командами играем. Так или нет? Я честно говоря, запутался немного. Твою ж мать. Да, меня, походу, дело сейчас убьют. Поэтому предлагаю свалить нафиг. Чувака один раз надо ударить. Может быть, нам это удастся? Давайте попробуем. Так, вот он. Свалил. Его сейчас кто-нибудь другой убьет вместо меня. Я его сам хочу убить. Ну, конечно же. Так, надо поискать аптеку, что ли. 1000 метров мы проехали. Осталось меньше половины. Да, танк нам, конечно, желательно бы покруче какой-нибудь найти. Вашу ж мать. Интересно, если меня убьют, то заново у меня будет задание 2000 метров проехать. Я не хочу заново начинать. Поэтому нам надо как-то держаться подальше от врагов. Твою ж мать. Я на четвертом месте. А, тут какие-то бонусы можно покупать. Не, благо, ну, продолжается миссия, что мне 2000 метров проехать. Ух ты, я золото нашел. Ехал-ехал и случайно нашел золото. Нифига себе, кто-то меня ударил так, что у меня все здоровье потрачено. Золото нужно копить. Золото очень ценное. Быстро меня завалили. Перезарядка долговата. Ну, я понял, вот вверху справа, ну, написано скорость перезарядки. Сейчас его добьет гаденыш. Так, молодцы мы. Мы с вами молодцы. Тут, я понимаю, каждый за себя играет. Еще немного, и мы выиграем с вами бонус. Прикольная игрушка, мне понравилась. Предлагаю в нее поиграть. Вашу ж мать. Меня опять подбили. Хотел бы, конечно, покруче танк. Я на втором месте. Блин, немного осталось, всего лишь минута 25. Интересно, успею я, нет, выполнить миссию. 300 метров мне осталось проехать. Ух ты, а я вижу тут ускорение. Оно мне нужно. Оно мне нужно для выполнения задания. А, это ускоренная перезарядка. Это круто тоже, в принципе. Блин, он золото взял. Твою ж мать, какого хера?
Да блин. Так, продлить бой на 3 минуты. Не, мне это нафиг не надо. Вашу ж мать. Я выполнил задание, мне должны дать 2 слитка. Так, я на 5-м месте. Так, у меня 1 слиток плюс 2 слитка я получил за миссию. Ну и давайте, где они? О, отлично. Копилка пополнена. Повышение уровня, еще мне дали 1 слиток и 1000 серебряных. И полный бак топлива. Ништяк. Так, может быть, я не знаю, может быть, нам стоит купить вот эту тачку. Броня у него лучше. Атака тоже круче. Давайте купим. Почему бы нет? Итак, пойдемте, давайте сейчас в гараж. Я предлагаю. Так, не в гараж, мне нужен арсенал. Оружие можно улучшить. Давайте улучшим оружие. Через 30 секунд оно должно у меня улучшиться, я так понимаю. Вот тут приходится ждать время, деньги, как говорится. Ну подожди, не беда. Можно сразу за 1 слиток, но слитки нам еще пригодятся. Слитки будем копить на что-нибудь более подходящее. Нам надо немножко тачку свою улучшить. О, это другое дело. Можно броню улучшить еще. Скорость. Шасси. К скорости. Ну, давайте улучшим немножко скорость. Тоже же нам будет 30 секунд подождать. Скорость тоже, ну, важный элемент. Ну, немножко раскачали, значит, новый наш танк. Сейчас мы вернемся. И посмотрим, какое у меня будет следующее задание, и попробуем его выполнить. Игрушка реально прикольная, мне нравится. Тем более она всем доступна, раз приложение ВКонтакте. Я думаю, скоро она будет очень популярна, и, следовательно, видео может тоже набирать много просмотров. И это очень хорошо. Так, битва, соберите 2 топливных ящика. Давайте попробуем. О, он как-то и едет получше. Побыстрее стал. Нет смысла тут находиться вообще. Давайте тогда далее поедем. Где мне надо будет взять топливных и найти топливных ящика? В принципе, я думаю, если их убивать, то вполне возможно из них выпадет что-нибудь. Твою мать, этот с камуфляжем. Камуфляж дает очень хороший бонус. VIP у меня улучшается, ну, вдвойне улучшается опыт. Вдвое быстрее.
ты, что такое? А если я возьму это? Непонятно. Топливный ящик, я понимаю, это вот этот. Перезарядка ускорена. По идее, мне сейчас надо всех крушить. Ух ты, смотрите, там какая-то стрелка. Может быть, это и есть топливный ящик или что? Мне показывают. Нет, это увеличено у меня скорость перезарядки. Ну-ка, вот эта звездочка что значит? Это опыт. Не, я их так не убью, блин. И где мне собирать эти ящики топливные, я фиг его знает. Так, что такое зелененькое? Давайте посмотрим. Это жизнь, я так понимаю. Восстановление жизни. Опыт очень нужен мне. Так, налутались тут. Эх, блин, где мне эти ящики-то взять топливные? Ждем, пока восстановимся. Блин, весь опыт забрали. Ну, игрушка новая, сырая пока что, но я думаю, она еще заслужит своей аудитории. Так, перезарядка ускорена. Случайно взял. Золото. Золото может появиться где угодно. Да, он вылечился. Я его бил, он взял и вылечился. Вот он, топливный ящик, который мне надо было взять. Он мне все испортил. Вовка мне все испортил. Подождем, пока возродимся. Ну, хотя бы мы знаем, что топливный ящик существует. Я его упустил. Пролить бой на 3 минуты можно, ну вот не делать больше нечего. Промазал. Тихо-тихо, стой тут так. Стой, не шевелись. Кто же это может быть, да? Интересно, с какой стороны меня бьет? Да прямо сзади. Успел добить его. Так, с премиумом мне дали намного больше. Так, гараж мне не нужен. Мне нужен еще один бой. А с 6 уровня, к сожалению, пока доступен. У меня пока 2 уровень, или 3. Так.
Так, ладно, будем ездить и искать с вами топливные ящики. В танчиках, мне кажется, очень важна скорость. Мы качаем все скорость. Вашу ж мать. Так, пусть он опыт берет, я сейчас его убью. И уже с него опыт возьму. Так, взяли опыт. Взяли улучшение атаки. Ну-ка. Ух ты, как хорошо. Кто там сзади-то бьет меня? А, меня убили. Так, ладно, соберись. Соберись, иди. Что-то мне не везет на эти топливные ящики. Давай еще разок. Ух ты, я взял золото. Золото реально можно накопить. Сорвался. Так, я там вижу потасовку наверху. Идет. Я вижу там какой-то бонус, давайте попробуем взять его. Мы взяли опыт. Что-то почему-то топливных ящиков очень мало. Это фигово. Мне они как раз нужны. Ярик. Блин, хотелось бы, конечно, 3 задания выполнить. Ух ты, топливный ящик. Блин, пожалуйста. Ну. Фак. Мне не везет, ребят. Неудачный я человек, неудачливый. Ну, по счету я на 2-м месте. Валите вы нахихихи. Нафиг. Бам-бум. Шесть слитков золота у меня. Блин, и кто-то сзади меня бьет. Вот негодяй-то. Валим отсюда. Блин, дурацкая фигня. Ну что, мы с вами выберемся. What the fuck. Ну-ка, поворачивай свою башню. Кто там меня бьет-то? Блин, я его мог убить. Мог. Ну, не сумел. Не получилось. 2 минуты осталось. И мы еще с вами ни одного ящика не нашли. Ну, найти-то мы нашли, но... Нифига себе. Вот он. Мне, как всегда, не повезет. Почему они берут эти ящики? Я их только нахожу, и меня опережают. Негодяи. Ладно, давайте побродим, поколобродим. Вон там еще что-то есть. Вот он. И опять кто-нибудь заберет меня. Убить-то не убьют, ну. Да. И что это значит? Так, мне надо еще на один ящик найти. Пофиг, убьют так убьют, лишь бы... Лишь бы мне ящик приобрести. Вот сейчас тут что-нибудь должно появиться. Топливный ящик. А, нет. Лучше бы это был топливный ящик.
Ну-ка, а там что такое? Вот он. Вот он, красавчик. Да. Ура. Мы это сделали, ребят. Давайте отпразднуем. Ладно, мне уже не так важно. Какое место я займу, лишь бы у меня топливные ящики были. Это нам еще дадут плюс 2, дадут, это будет 8, потом плюс еще 4, это будет 12, и еще плюс 10, это будет 20. 2 слитка у меня. Блин, золото, сколько много золота дают за убийство. Так, окей, давайте посмотрим на результат. Мы нашли 2 топливных ящика. Мы нашли 1 слиток золота и 2 слитка мы выиграли. И сейчас у меня должно быть 9 или 8. 8. И за уровень мне дадут еще 2. Круто, уже 10. Так, ну что ж, вот такая вот игрушка. Tone Wars. Всем советую поиграть. Игрушка. Приложение ВКонтакте. Очень крутая. Вот. Я думаю, мы с вами второй обзор проведем. Вот. Ну, а пока что всем удачи, ребят. Всем до скорого. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.